Вика, и ты смотришь шоу «Академии порядочных парней». Я заметила, что вам понравилась наша новая рубрика «Попробуй не подпевать», в которой мы включаем самые назойливые и самые заедающие треки, какие только возможно представить. Поэтому сегодня мы опять сыграем в эту игру и проверим, как долго ты можешь выдержать и не начать подпевать популярные рэп-песни. Ставь лайк под этим видео, если также любишь рэп, да и вообще музыку в целом, как любим ее мы. Твоя задача сейчас слушать песни и максимально сдерживаться и дойти до конца. Ты можешь делать все, что угодно, даже стойку на голове. Ну что, ты готов проверить свою силу воли? Тогда поехали! Ламбада, мы танцуем, мумбара, песни. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Ламбада, мы танцуем, мумбара, песни. Гони мне монету. Дырка, мне нужна таблетка. Хотя бы половинка, марионетка. Я вызову модели, шатенок и брюнетку. Как мы их поделим? Подбрось монетку. Я роняю запад, у, я роняю запад, а, я роняю запад, эй, я роняю запад, я роняю запад, у, я роняю запад, а, на моем хуе вся индустрия США. Эй, это все дико, например. Эй, мы курим дико, например. Эй, мы виснем дико, например. Ты не сумел, но я дико отымел. Стопудовый оптимист. Мы с
На этом все. Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что кто-то дошел до конца. Но если ты дошел до финиша, то поздравляю, ты гуру музыки. Если ты уже начал попевать еще до 5-й песни, то ты новичок. Если продержался до 15-й, то профессионал. Пиши в комментарии, кто забудь поставить палец вверх под этим видео и написать, на какой песне ты сорвался и начал петь песни на всю квартиру или улицу. Также подписывайся на наш канал и жми колокольчик под этим видео, чтобы быть в тренде самой лучшей музыки. А также подписывайся на наши социальные сети, на наш канал в Телеграме и на мой Инстаграм. С вами была Вика, увидимся в следующем видео. Пока!